четверг в Самарской области облачно, с прояснениями, местами пройдет снег. Температура воздуха в дневное время 0-2 градуса, ночью 3-5 ниже 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, пройдет снег, днем нулевая температура, ночью минус 5. Ветер юго-западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти облачно, с прояснениями, осадки в виде небольшого снега, днем минус 2, ночью минус 5, юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнце, днем минус 2, ночью минус 4 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.